Накануне в Главном управлении МВД России по краю завершился региональный этап конкурса «Лучший по профессии среди полицейских экспертов». Его победителем стал сотрудник Краевого экспертно-криминалистического центра, майор полиции Федор Формальнов. Сегодня он у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро, Федор. Рады приветствовать вас. Здравствуйте. Ну и поздравляем, собственно, вас, что вы стали лучшим. А вот по каким критериям выбирали лучшего эксперта? Расскажите нам. Так, ну вообще конкурс профессионального мастерства среди сотрудников органов внутренних дел, название лучших по профессии, он среди экспертов проводится раз в 3 года. Угу. Ну там подразумевается, ну, 3 этапа вообще. Региональный, местный, региональный, ну и 3-й всероссийский этап. У нас сейчас завершился 2-й этап. Региональный получается, да. В котором вы и победили. Да. Ну испытания там предусмотрено вообще 5 видов испытаний, да. Это техника криминалистическая подготовка, специальная медицинская подготовка, огневая и физическая. Сложные испытания. Сложно, да. Ну, по каждому виду, там, кроме, конечно, физической, предусмотрена теоретическая часть и практическая. Угу. То есть, ну, вот так. То есть во всем этом нужно быть лучшим? Ну, главное, чтобы, ну, как получится, ну, суммарное так получится. Количество, да. Да, я понимаю, каких-то баллов, да, присуждается. Ну, да. А вообще работа эксперта в чем заключается? В чем работа эксперта? Может, ну вообще экспертно-криминалистический центр, да, вот главным управлением МВД России по Красному краю, там проводится, ну, широкий перечень экспертиз по различным видам. Это химические, биологические экспертизы, фоноскопические, компьютерные, автотехнические, ну и так далее. Угу. Вообще, вот первое дело, да, в котором я прохожу службу, занимается производством криминалистических экспертиз. Угу. Это какие экспертизы? Это дактилоскопическая, торсологическая. Экспертиза холодно-метательного оружия, техника криминалистической экспертизы документов, баллистическая, черковическая. А что такое торсологическая? Торсологическая? Ну, это следы ног, угу. Следы транспортных. Слепки, так называемые, да? Слепки, да, обуви, да. По следам ног можно идентифицировать личность человека? Ну да, по ботинкам, например. А по черковическую экспертизу вы делаете? Да, по черковической, да, также относится, как я уже говорил, к традиционным криминалистическим экспертизам. Угу. И в чем она заключается? Что можно узнать по почерку? По почерку? Ну, много что и можно. Главное, как, да, расскажите нам. Вообще, какие задачи? По черковической экспертиза решает идентификационные, да, есть задачи, диагностические и ситуационные. Да. Вот самая основная часть экспертиз – это идентификационная, то есть конкретно нужно установить исполнителя, да, угу. Рукописи какой-то. Ну, либо разных фрагментов рукописи, либо 2 рукописи одним или разными лицами выполнены. Ну, потом следующие диагностические – это направленные так, на установление свойств, да, качеств исполнителя рукописи. Там пол, возраст, рост можно установить. То есть это возможно? Да, по почерку также возможно. Ну, еще и ситуационные – это направленные на установление обстоятельств выполнения какой-то рукописи. То есть либо там в движущемся транспорте, да, ну, если, угу. кстати, как еще, такая специфическая. А можно ли узнать, заставили ли человека, например, расписаться, или он сам это добровольно сделал? Ну, да, есть тоже такие задачи, решаются, да. А характер человека можно по почерку? Характер, ну, это уже как ближе к графологии, как бы. Ну, и кое-что можно тоже. То есть характер, темперамент, ну, маленько можно. Вот у нас здесь находится такой листок, на нем что-то написано. Это тоже, я так понимаю, относится к экспертизе. Да, это относится к экспертизе, да. Любая рукопись, да, она полностью, каждый элемент, каждый штрих досконально изучается. Это фрагмент буквенной разработки. То есть это уже, ну, когда уже эксперт переходит к изучению частных признаков, вот каждый штрих досконально исследуется с помощью различных микроскопов, видеоспектральных компараторов, просмотровых детекторов. Ну и для себя пометочки, да? Я так понимаю, очень много критериев есть, по которым исследуется каждый. Много, там очень, да. Знак. Начинается с изучения общих признаков, переходит к частным. Ну, такое трудоемкое исследование вообще на самом деле. То есть не один день делается. И это делает все человек. Возможно ли, что в будущем, например, ну, это будет делать машина или только человеку доступно вот именно сделать такую экспертизу? Ну, я думаю, машине это будет очень сложно сделать. Там человек, ну, делает эксперт, да, который имеет право производства почерковедческих экспертиз. А бывает ли, что вам приходится изучать что-нибудь необычное? Ну, бывает. На основном, конечно, приходят рукописи, записи, подписи, выполнены обычным, да, материале, бумага, выполнены обычным пишущим прибором, это ручка, карандаш. Но бывает, приходят и необычные объекты, например, выполненные там, допустим,
Мелом, да. Бывает, изображения приходят. То есть выполнено даже на бумаге, на картоне бывают записи выполнены. Там, вот у нас был случай, заостренной палочкой был, ну, записи были выполнены. А какая задача стояла? Установить, кто это сделал? Ну, если нет исполнителя, ну, просто ставится вопрос, ну, пригодно ли, да, для идентификации, ну, и в каких условиях там выполнено. Бывает, что приходят это фотографии, записи, например, выполнены где-то на вертикальных поверхностях, там, кисточкой, мелом, струей, например, краски из баллончика, ну, граффити называемое, да. Ну, даже тоже. А если какие-нибудь древние надписи там на какой-нибудь скале или на камнях, можно определить, кто ее сделал? Ну, древние как бы не знаю, но у нас не было, не приходили нам. Но на иностранных языках, да, был у нас случай, приходило там на китайском, что ли. Ну, и вот такой вопрос. Помогает ли вот ваша профессия вам в личной жизни? Вот, может быть, ваши домашние, например, жена или там дети, может быть, как-то сложно им утаить от вас что-либо? Ну, иногда, да, бывает, потому что я иногда возьму бумажку, там какая-нибудь запись у меня там, вот, и вот мне почерк не мой, я смотрю, ну, наверное, ну, супруга выполнила. Я знаю, это уже маленький почерк. И вы сразу можете понять, в каком она была настроении, когда это писала. Да, я уже маленький, да, включаю методику. Спасибо вам большое. А в гостях у нас был Федор Формальнов, сотрудник экспертно-криминалистического центра Главного управления МВД по краю. Спасибо и поздравляем вас еще раз с этой заслуженной наградой.